Яркий мир увлечений жителей Семилистниц представлен в новой выставке городского музея «Коллекционеры нашего города». Куклы разных народов, сувенирные колокольчики, старинные монеты и просто мягкие игрушки. Всего 18 различных коллекций составили праздничную экспозицию. Уникальность каждой представленной вещи в ее индивидуальности. Экспонаты в витринах позволяют понять, насколько богат и разнообразен мир увлечений жителей Семилистниц. Наряду с современными изделиями ручной работы или сувенирами представлены и настоящие раритеты. Эти национальные украшения были получены в наследство от прабабушки. А в этой коллекции серебряные монеты царской чеканки соседствуют с рублями советской эпохи и юбилейными монетами современной России. Есть здесь и собрание экспонатов, сделанных руками самого коллекционера. Деревянные парусники необычной красоты. Начало одним коллекциям положили случайные подарки родных и знакомых. В других случаях стимул к собирательству послужили памятные события или давние увлечения. Выставка «Коллекционеры нашего города» уже стала традиционной. В Лабытнангах она проводится в третий раз, вновь объединяет творческих по-настоящему увлеченных людей. Конечно же, коллекционеры – люди непростые, увлеченные, и каждая коллекция имеет свою историю. Поэтому приходите с удовольствием, послушайте историю каждой коллекции и посмотрите экспонаты. Данная выставка будет экспонироваться до 29 октября, и в музей вы можете прийти с 10 утра до 18 вечера, в четверг до 21 часа работает музей, ну и выходной день, понедельник.